большое. Начну с самого нового стихотворения под названием «Туда». Да? Окей. Сюда? Окей. Тишина. Я люблю абсолютный покой утомленного дома. Полусонный рассвет и поспешный закат в холода. Скука в сердце от серости долгих дождей — только догма, неспособных с гармонией этой, увы, совладать. Тихо, тихо, и только старается кухонный чайник. Да еще у соседей внизу центрифуги белье. По кому-то тоскует за окнами песик печальный и зовет маму с папой дитя, но уже не мое. Пусть оркестр домашних и уличных нот и созвучий подчеркнет тишины красноречие ей в унисон. Нет для голоса тихих раздумий помощника лучше, чем большой метроном многолетних настенных часов. Чашка чая и плед — тишины и тепла атрибуты. Пустоты не боясь, погружаешься в сны и в мечты. Я люблю это только за то, что в любую минуту наконец ключ в замке заскрипит, и появишься ты. Спасибо. Мы так в порядке убывания. Теперь не очень новое стихотворение, но я не помню, читала я его здесь когда-либо или нет. Нас несут по разным курсам паруса, и шлифуют нас свои шторма и штили, расслоенных в часовые пояса и разбросанных на затяжные мили. Много лет бесследно, много долгих лет бесследно утекло, и как в детстве срочно нет нужды друг в друге, но готов грести сквозь смерч, буран, циклон, лишь бы обняли разок родные руки. Я оставил бы престижный свой уют, неотложный график ежечасной спешки, только б в кухоньку твою на 5 минут, где так пышут паром пышки и пельмешки, где пыхтит тяжелый чайник по утрам и бесстыдно соблазняет запах сдобы. Все вкусняшки съесть готов я на ура и со всех рецептов снять любую пробу. Лишь бы гладила меня твоя рука, нежно, мягко, по редеющим сединам, лишь бы чувствовать тебя наверняка и подольше оставаться просто сыном. Спасибо. И еще 2 стихотворения, которые здесь уже звучали и сравнительно недавно. Наверняка многие из вас их помнят. Галатея. Из бредовой рождена идеи, то ли мага, то ли мудреца, обладать небесной Галатеей, совершенством тела и лица, словно век воспетого обмана у подножья мраморного льда, дамы без единого изъяна, где путем сизифового труда воскрешал из пепла орхидею, выделял из камня естество. Сотворить такую Галатею мало инструмента одного. Мастер лир, метафор и ваяний, празднуй сумасбродство апогей, ибо от безумства и страданий лепят идеальных Галатей. Спасибо. Ну и недавно звучавшее здесь стихотворение «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
у людей сэр Дарвин, и всей планеты принят был на веру. Все прояснил Джон Грей, сказав недавно: «Мы все пришельцы с Марса и с Венеры. Нелепо-слепо верили в обман мы, и в зеркале оскал, глаза, осанку сверяли с внешностью макаки-мамы и с генами отца-орангутанга. А женщина, как есть венерианка, загадочная суть в изящном стане, но вывернет искусно наизнанку любого под названием марсианин. Ей ровнее этот странный гуманоид лишь в том, что до предела непонятен. И надо, чтобы жили эти двое бок о бок на другой такой планете. Он влюбчив и труслив, она святая. Он верен, терпелив, она сварлива. Она в кино, он в тир предпочитает. Он мясо ест, она салат и сливу. Она кричит, что он ревнив и резок, пассивный, нечувствительный и нудный. Еще чуть-чуть, она умрет от стресса. Он ей вдогонку: сгинь хоть на минуту. Все кружишься, как в танго Пиаццоллы. Да в бегудях, я бы облысел от боли. Тут матч в разгаре, красота футбола. Хотя тебе ли толк понять в футболе? И как же узок взгляд мужчин на вещи? Ты хоть бы мусор выбросить помог мне. Твой скудный мир, что внутренний, что внешний, лишь подчинен одной футбольной догме. А мне понять бы в первый раз и в сотый, зачем на шмотки всю зарплату тратить? Ну сколько у всего одной красотки должно быть сумок, кофточек и платьев? Слова, как стрелы в гроздье винограда, взрываются две сочные мишени в атаках межкосмических зарядов по пунктам всех высоких отношений. Терпи, земля, люби, земля, лелей их, пусть против аксиом без слез и боя смыкают неземные параллели свои кассиопеи над тобою. Пускай в котел, в шипящий омут масла, летят пучком сухие вермишельки, то любящий привет с большого Марса своим любимым суженным пришельцам. Пускай их дом, как драмтеатр местный, в слезах, гормонах, репликах, в ударе, Венера лепит из другого теста для совершенства в идеальной паре. И как бы ни был план Творца нам странен, не может быть, и это неизменно. Мужчин с Венеры, с Марса их избранниц, как и Земли без этих двух вселенных. Спасибо большое.